Рамадан – месяц поклонения от огня ада. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге: «Я айюха лазина аману, кутиба алейкум ус-сияму, кама кутиба аля лазина мин кабиликум, лааллакум таттакун». «О те, которые уверовали, вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. Быть может, вы устрашитесь». Сура Корова, аят 183. «Я свидетельствую, что нет божества, кроме единого Аллаха, у которого не сотоварища. И свидетельствую, что наш Господин, пророк Мухаммад, его раб и посланник, который в достоверном хадисе сказал: «Тому, кто во время Рамадана будет поститься с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи». Да благословит Аллах пророка Мухаммада и его семейство, сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем: «Аллах, слава ему и величие, благословил священный месяц Рамадан дарами и преимуществами, которых нет в другие месяцы, включая то, что это месяц направления людей на истинный путь. Это месяц, в течение которого были ниспосланы небесные писания. Всевышний говорит: «Шахру Рамадана, лязи унзила фихи л-Кур'ану, худан лин-наси ва байинатин мин аль-худа валь-фуркан». В месяц Рамадан был ниспослан Коран, верное руководство для людей, ясные доказательства верного руководства и развлечения. Сура Корова, аят 185. Кроме того, сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Свитки Ибрахима были ниспосланы в первую ночь Рамадана, Тора по прошествии 6 ночей с начала Рамадана, Евангелие по прошествии 13 ночей с начала Рамадана, Псалтир, Забур по прошествии 18 ночей Рамадана, а Коран по прошествии 24 ночей Рамадана». Рамадан также является месяцем мольбы, которая является величайшим поклонением и высочайшим послушанием, благодаря которому раб все больше и больше приближается к своему Господу. Глубоко размышляя над книгой Аллаха, слава ему и величие, мы обнаруживаем, что аят, относящийся к мольбе, опосредовал аяты, касающиеся поста. Всевышний говорит: «Ва-идха са'алака ибади анни фа-инни карибун уджибу да'вата да'и иза да'ан, фаль-ястаджибу ли валь-юмину би ла'аллахум яршудун». «Если мои рабы спросят тебя обо мне, то ведь я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко мне. Пусть же они отвечают мне и веруют в меня. Быть может, они последуют верным путем». Сура Корова, аят 186. Это показывает, что мольба постящегося человека имеет приоритет принятия. В этой связи пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Мольба постящегося не отвергается». Посланник Аллаха еще сказал: «Не будет отвергнутой мольбы троих: постящегося, пока он разговится, справедливого правителя и притесняемого человека. Аллах поднимет эти мольбы до облаков и откроет перед ними врата неба, говоря: «Клянусь своим величием, непременно помогу я тебе, даже если спустя время». Возможно, самая важная особенность, которую Аллах Всемогущий проявил Рамадану, это спасение людей от огня. Наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда наступает первая ночь Рамадана, на шайтанов и мятежных джиннов накладываются оковы и распахиваются врата ада. При этом ни одна из его дверей не остается открытой, а также отворяются врата рая. При этом ни одна из его дверей не остается запертой. И глашатай взывает: «О желающий блага, устремляйся! О желающий зла, отвращайся!» И в это время Аллах освобождает людей от огня. И так каждую ночь. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: «Воистину, при каждом разговоре у Всевышнего Аллаха есть избавленные от огня.
И так происходит каждую ночь. Так, под освобождением от огня подразумевается, что тот, кому Аллах оказал милости этим великим качеством и крупной благодатью, никогда не войдет в ад. Пост – это одна из широких дверей и прекрасных форм добра, которые защищают раба от огненной муки. Пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Пост – это щит, то есть защита, посредством которого оберегаются от огня». Он также говорит: «Если раб постится один день на пути Аллаха, то Всевышний отдалит его лицо от огня на 70 лет». Более того, сообщается, что Муад ибн Джабаль, да будет доволен им Аллах, сказал: «Как-то я был в поездке вместе с пророком, мир ему благословение Аллаха. И однажды, когда мы шли, я подошел к нему и сказал: «О посланник Аллаха, поведайте мне о деянии, что ведет меня в рай и отдалит меня от ада». В ответ пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ты спросил меня о великом. Поистине, оно очень легко для того, кому Аллах облегчил это. Будешь поклоняться Аллаху, не предавая ему в сотоварищи ничего. Безупречно совершишь намаз, отдашь закат, станешь поститься в Рамадане и совершишь хадж к дому». А потом пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не указать ли тебе на врата блага? Пост – это щит, а милостыня гасит с собой грех, подобно тому, как вода гасит с собой огонь». Помимо этого, пост является одним из заступников, чье заступничество Аллах Всемогущий принимает в день воскресения. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Пост и Коран в день суда будет заступниками раба. Пост скажет: «О мой Господь, я лишил его еды и страсти днем, так дай же мне возможность заступиться за него». Коран скажет: «О мой Господь, я лишил его сна ночью, так дай же мне возможность заступиться за него». И тогда они оба заступятся за этого раба. Пост является одним из поводов прощения грехов, а одним из путей к раю. Поскольку Всевышний Аллах обещал своим постящимся рабам простить их грехи и оказать им великую награду. Он, слава ему и величие, сказал: «Инна аль-муслимина валь-муслимати валь-му'минина валь-му'минати валь-канитина валь-канитат, вас-садикина вас-садикати вас-сабирина вас-сабират, والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما». Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин и подающих милостыню женщин, постящихся мужчин и постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и хранящих целомудрие женщин, и часто поминающих Аллаха мужчин и женщин, Аллах уготовил прощение и великую награду. Сура Сонми, аят 35. Кроме того, пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тому, кто во время Рамадана будет поститься с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи». Он, да благословит его Аллах и приветствует, еще сказал: «Тому, кто выстаивал ночи месяца Рамадан в молитвах с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи». В этом месяце есть только одна ночь, благодаря которой прощаются грехи того раба, который проведет ее в намазах, чтении священного Корана и молбах. В достоверном хадисе говорится: «Тому, кто проведет в молитве ночи предопределения с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи». Заявляя, что пост – это одна из путей к раю, наш пророк, мир ему и благословение Аллах, говорит: «Поистине, в раю есть и такие покои, то есть комнаты, изнутри которых видно то, что снаружи,
а снаружи видно то, что внутри. Аллах приготовил их для тех, чьи речи были мягкими. Кто кормил людей, постоянно постился и молился Аллаху по ночам, когда люди спали. Кроме того, от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается. Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил, кто из вас сегодня постится? Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал, я. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, спросил, а кто из вас сегодня принимал участие в похоронной процессии? Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал, я. Пророк, мир ему и благословение Аллах, спросил, а кто из вас сегодня накормил неимущего? Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал, я. Пророк, мир ему и благословение, спросил, а кто из вас сегодня навестил больного? Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал, я. Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, любой человек, который сделает все это, непременно войдет в рай. А когда Абу Умам аль-Бахили, да будет доволен им Аллах, пришел к пророку, да благословит его Аллах, приветствует и спросил, «О посланник Аллаха, прикажи мне какое-нибудь дело, с помощью которого окажусь в раю». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил, «Постись, поистине не дело подобно посту». Пост является секретом между рабом и его Господом. Не раскрыт никому, кроме Аллаха. Вдали от глаз окружающих, постящийся мог бы употреблять то, что запретил Аллах во время поста. Однако он так не поступает, ибо уверенно знает, что у него есть Господь, которому о нем все известно. Итак, постящийся отказывается от всего запретного во избежание наказания и в надежде на вознаграждение. Всевышний Аллах говорит, «Алам тара анна Аллаха я'ламу ма фи ссамавати ва ма фи л-ард, ма якуну мин наджва саласатин илля хуа рабиухум, ва ла хамсатин илля хуа садисухум, ва ла адна мин залика, ва ла акфара илля хуа маахум айна ма кану, сумма юнаббиухум бима амилу яума л-кияма, инна Аллаха би кулли шейин алим». Разве ты не знаешь, что Аллаху ведомо то, что на небесах и то, что на земле? Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы он не был четвертым, и между пятью, чтобы он не был шестым. Больше их или меньше, он всегда с ними, где бы они ни были. А потом, в день воскрешения, он поведает им о том, что они совершали. Воистину, Аллах знает обо всякой вещи. Сура препирательства, аят 7. Пост – это поклонение, которое Аллах возвеличил, когда его приписал себе и посвятил ему безмерное вознаграждение, что принадлежит только Аллаху. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, Аллах великий и могущий, сказал, «Всякое дело сына Адама совершается им для себя, кроме поста». Ибо поистине он для меня, и я воздам за него. В другой версии говорится, вознаграждение за каждое благое деяние потомка Адама увеличивается минимум в 10 раз и может достигать 700 раз. Всевышний Аллах сказал, за исключением вознаграждения за пост, ибо поистине он совершается для меня, и я воздам за него. Поэтому ученые утверждают, достаточно того, что всемогущий Аллах поведал, пост соблюдается именно для меня, и отобрал его среди иных поклонений. Говоря также, факт в том, что никто никогда не соблюдал пост, чтобы поклоняться кому-либо, кроме Аллаха Всемогущего. Ведь пост – это поклонение, чисто совершаемое ради Всевышнего Аллаха, абсолютно лишенное показа и лицемерия. А также сказано, что пост – это самое любимое для Всевышнего Аллаха поклонение. Постящийся человек всегда наблюдает за своим Господом Всемогущим, стремится воспользоваться этим благословением месяцем, предлагая себя благословением Аллаха днем и надеется, что будет спасен от ада. Вот что я хотел бы сказать, я прошу прощения у Аллаха и для меня, и для вас.
Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину всех людей, пророку Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до судного дня. О мои братья в исламе! Пост, который приводит к спасению от огня ада, это тот, который удерживает постящегося от всякого плохого поведения, предотвращает его от грехов и непослушания и создает для него богобоязненность, что служит высшей целью и плодом поста. Таким образом, постящийся не питается запретным, воздерживается от клеветнических измышлений по поводу людской чести, сплетен и злословия, не дает ложные показания, произносит только такие слова, которыми доволен Аллах. Если кто-либо из людей сказал или сделал ему нечто плохое, то он отвечает ему не злом, а добром. Вот это есть этика постящихся. Всевышний Аллах сказал: «Ваида самиу лагва а'раду ан». А услышав праздные речи, они отворачиваются от них. Сура рассказ, аят 55. Которые отворачиваются от всего праздного. Сура верующий, аят 3. Оттолкни зло тем, что лучше. Сура верующий, аят 96. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тоже сказал: пост является щитом, и в тот день, когда кто-нибудь из вас будет поститься, пусть избегает всего непристойного и не шумит. Если же кто-нибудь станет бронить его или попытается завязать с ним ссору, пусть скажет такому: поистине я человек, соблюдающий пост, поистине я человек, соблюдающий пост. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, еще сказал: пост заключается не в воздержании от еды и питья, поистине, пост это воздержание от пустословия и сквернословия. Один из путей спасаться от ада – это защищать другого мусульманина от клеветы, совершенной в его адрес, без его ведома. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: кто втайне защитит честь своего товарища, Аллах возьмет на себя обязательство защитить его от огня. Настоящий постящийся человек, использующий вознаграждение за свой пост, является тем, эффект поста которого проявляется в поведениях и отношениях с людьми. Это потому, что пост помогает проявлять самообладание и максимальную сдержанность, чтобы постящийся смог добиться добра и счастья в мирской и последней жизнях. Поистине, душа человека повелевает зло, если только мой Господь не проявит к ней милосердие. Итак, если человек не контролирует себя, то его душа обязательно погубит его. А если ему удастся полностью контролировать себя, то он сможет руководить собой на пути к наилучшим степеням и наивысших местам. Этого может достичь только тот, кто действительно соблюдает истинный пост, чувствуя величие своего Господа путем принуждения своего живота, языка, половых и иных органов воздержаться от всего, что Всевышний Аллах запретил. Настоящий постящийся – это тот, кто искренне совершенствует свою работу ради своего Господа и заботится о том, чтобы она была принята. Друг милостивого – пророк Ибрахим, мир ему, просил своего Господа принять свою великую работу, предписанную ему Аллахом Всемогущим, а именно построение Каабы. Всевышний Аллах говорит: «Ваид ярфау Ибрахиму лкаваида минал бейти ва Исмаил, Раббана тагаббал минна, иннака анта ас-самиу аль-алим». Вот Ибрахим и Исмаил подняли основание дома Каабы. Господь наш, прими от нас, воистину, ты слышащий, знающий. Сура Корова, аят 127. Наш господин Али ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах, сказал: будьте готовы к тому, чтобы Всевышний Аллах принимал ваше дело больше, чем само дело. Слышали ли вы слова Аллаха: «Иннама ятакаббалу Аллаху миналь мутакин»? Воистину, Аллах принимает только от богобоязненных.
Сура Трапеза, аят 27. «О Аллах, сделай нас из числа тех, кого Ты принял, и спас от огня ада».